Сейчас информация об открытии 28-го пленарного заседания Сената Алии Маджлиса Республики Узбекистан. 28-е пленарное заседание Верхней Палаты Парламента страны начнет свою работу 8 июля 2022 года в 10 часов в городе Ташкенте в зале заседаний Сената. Пленарное заседание планируется провести в форме видеоконференц-связи. Оно будет транслироваться в прямом эфире через канал Сената в YouTube.